Привет, друг, с тобой Эван. Мы продолжаем играть на сервере Радмир, второй сервер, все как всегда. И сегодня вместе с вами посмотрим на новые осенние мини-обновления. Я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита, и мы начинаем. А перед началом данного ролика хотел сказать, что на этом сервере у меня есть свой личный промокод Evan. Вводи его при регистрации и получай 20 тысяч долларов при достижении 3 уровня. Также я хотел вас поблагодарить за максимальный актив под предыдущей серией. Вы набрали почти 1000 просмотров на Радмире, что в последнее время это почти стало невозможно, и почти 90 лайков. Я вам от души просто благодарен, я вижу, что вы хотите серии по Радмиру. Вот, я надеюсь, вы этот ролик поддержите не меньше, и сериям по Радмиру быть, собственно. Сегодня мы смотрим вместе с вами именно осенние обновления, что добавили, осенний инвент. Вот, также посмотрим на новые тачки. В следующей серии, возможно, прикупим себе пару новых автомобилей. Так что лепи лайкос, пиши комментарий, и следующая серия выйдет как можно быстрее. Пока мы будем ехать к точке, вот сейчас на карте была метка и написано, что сейчас будет какая-то регистрация на квест, поэтому мы летим на моей Е34, кстати, желтая специально взял под эту серию. А знаете почему? Потому что я только что выбил прямо из гаражей, из первого гаража. Охуеть! Вот так я ее выбил, я сам был в шоке, когда это узнал просто с первого контейнера. Ну, называется, батя вернулся, как бы. Сколько батя не играл, ой, капец, у меня FPS проседает. Так, я так понимаю, нам нужно вот сюда зайти. А, нет, это уже новые автомобили. Так, можно вот сюда как-то запарковаться, да? Все, паркуемся, выходим, закрываем автомобиль. Вот, закрыли, так, не калаш, вот это достать. Все, нас тпхает. До начала активности 3 минуты 28-26 секунд. Чтобы покинуть ожидание, убейте персонажа через F2 значок черепа. Угу. То есть мы заспавнились на каком-то поле и сейчас будем копать картоху. Ага, то есть это не в любой момент ты можешь копать картоху, а именно по этим, когда тебе тпхнут. Офигеть. Знаешь что, давайте пока у нас идет время, 3 минуты, я вам расскажу о маленьком чинжлоге. Собственно, первое это бонус с инвентом. Для вас доступны новые обновления, автомобили и диски. Значит, первая тачка, которая появилась на сервере, это BMW E39. Вторая это Mercedes-Benz S63 купе, анимация задних фонарей тоже присутствует. Mercedes-Benz 222, полностью переработана модель кузова, лонг, добавлена анимация оптики и фонарей. Третья это добавлен комплект Brabus на Mercedes-Benz GLS, добавлен оригинальный комплект Brabus на Mercedes-Benz E63S Facelift, добавлен 12 новых дисков в ателье, а с грустью длина E38. Вот, также вот этот осенний инвент. Участвуй в инвенте, копай картошку, гоняй на катерах и собирай листки по штату. Зарабатывая очки на инвенте, вы будете получать деньги, кредиты, прокрутки колеса, фортуны и VIP-аккаунт. За выполнение инвента вы получите достижение, которое дает кредиты, деньги и VIP на 7 дней. Значит, нажимаем F5. Вот, осенний инвент. До конца инвента 7 дней. А, всего лишь 7 дней, офигеть. Значит, нужно позадротить. День 1, 0 с 10, день 2, день 3. Для получения очков участвуй в активности картофельной битвы и водные процедуры. Сейчас понимаю, картофельная битва. Ага, и то есть это не крутится. Значит, на сегодня первый день. Выполни все дни, чтобы получить дополнительный приз 40 тысяч долларов. Также появилось новое достижение. Ты собери все листки каждый день и заполни полосу прогресса инвента в F5. И мы получим 400 кредитов, 25 тысяч долларов и 7 дней VIP-а. Офигеть. Вот, картошка, я уже вижу, появилась. 4 минуты. Ебать! Это что, бегать просто сюда, я так понимаю, да? Вот так, офигеть, смотри какая, смотри, реально картошка, офигеть, окей, значит сюда, ага, и мы просто берем и копаем картошку, не, ну это для вообще для GTA San Andreas, скоро будет этот ремейк GTA San Andreas, но я не уверен, что Rockstar такое сможет добавить. Симулятор белоруса. Отвечаю, реально. Я думал, мы просто в любой момент можешь приехать, типа, и пока... А, все, блядь, мне надо сдать. Я думаю, еще мне не сдается. Получается, 5 картошек влазит в машину. Все. Посмотрите еще на карту, там тоже картошка появляется, офигеть. Я так понимаю, в час это пару раз. Там, может, 2 раза картошка. Может, 2 раза катер. А можно его лопатой отхуярить, а? За то, что он мне картошку тыпит. Не, нельзя. Жалко. По идее, скоро же Хэллоуин, 35 октября.
35 октября чего? 31 октября должно быть еще хэллоуинское какое-то обновление. А здесь картошку добавили какого-то фермера. Я думал, например, две картошки собрать и две сложить. Можно? Или нельзя? Не, нельзя. Жалко. 11 секунд. Давай, расти, расти, расти где-то. Давай, давай. Сука, моя... Блять. Все. Вы получили 22 очка за картофельную битву. А чё мне по бабкам? А по бабкам тупо нихера, да? Получается, F5 мы получаем 22 очка, а всего 1000. Чтобы вы понимали, чтобы пройти вот эту полоску, нам нужно потратить 83 часа. Охренеть. А вот эти 0.11, 0.12, так понимаю, это нам листочки нужно собирать. Окей, значит, за листочки нам будут давать тоже XP. Ладно, поехали. Посмотрим хотя бы, как они на карте выглядят. Листочки. А, вот так они выглядят. Они по карте разбросаны или те, что возле меня? Офигеть, кстати, народу. Второй сервер, расскажу вам, сколько он. 271, неплохо. Короче, собираем на CCD кристаллы, а здесь листочки и детальки. Поворачиваем. Вот так он выглядит, кстати, прикольно. На тачке можно забрать? Не, нельзя. Окей, выходим, берем. Не понял, что он так долго берет. А, и нам даже ничего не пишется, да? А в F5? А, в F5 один появился, да? Итак, пацаны, спустя минут 15 я наконец-то нашел все 10 листочков. Вот сейчас буду подбирать самый последний и посмотрим, что нам напишется в чате. А, нихера. А, 1000 нам дали. Охренеть. 1000, пацаны. 1000, целую 1000 дали. А бензина сколько мы спалили? Ага, галочку мы получили. Ага, а вот этого вообще ничего не получили. Зашибись. Получается, это херня, которая сделана специально для онлайна. Типа. Короче, чё, пока мы находимся недалеко от автосалона, блин, там уже лучшая тачка с этого обновления поехала. Вот, мы поехали в автосалон, посмотрим, что по новым автомобилям, что по максималкам, что по расходам и что по ценам, конечно же. Конечно же, что по ценам, ведь это самое главное. Вот, вряд ли мы... Ой, не, ну это все, это следующая серия, пацаны, это обязательно следующая серия. Так, закрываем двигатель, все, все, заходим в автосалон. Заходим, Bugatti Diva. Так, дальше листаем. Кстати, геймеру не убрали, к сожалению. Большом. А, листаем дальше, в чем нам попадется первое. Что они там изменили? 222 они переделали и добавили S-купе за 180 тысяч. Это, конечно, это еще больше минус будет. Это как Panamera будет, 105 или 110 тысяч. Ну, 340 она едет. Просто сосет по сравнению с Panamera и с GT-шкой. Вообще херня. 140. 340 и расход средний. Лучше GT взять, чем S-купе. Только не знаю, S-купе может быть этот кабриолет или нет, но скорее всего нет. Так, второе, это они добавили на Galaxy Tuning, это неинтересно. Дальше X5, неинтересно. 222 они переделали. 7555 долларов BMW E39. 260 едет, что быстрее Шкоды, быстрее Нива, но Кабан дает ей жару за 7000. Блин, нет уже вечного противостояния Е38 против Кабана. Ну, в принципе, Е34 едет быстрее Е39? Охуеть. Я другого просто... Ну, расход у нее меньше, вот, Е39. А по факту, если вы не смотрели, средний расход и малый расход почти ничем не отличается. А вот средний и большой, или малый и большой, вот там отличается. Но Е34 едет быстрее Е39. Серьезно. В принципе, пацаны, там все. Вот такой видос вышел. Надеюсь, тебе он понравился. Поставь лайкос, помоги продвинуть этот ролик в топ. Напиши в комментариях, как тебе новое обновление и как ты ставишься к этому, можно сказать, инвенту. Мне он так, если честно, средне понравился. Не прям хорошо и, ну так, средненько. Подпишись на канал, чтобы не пропускать новые ролики по Радмиру и по другим серверам. Нажимай колокольчик, чтобы всегда смотреть мои ролики первыми, никогда не пропускать. Давайте, если эта серия набирает 50 лайков, следующая выходит там через день. Либо на следующий день. И, наверное, устроим какой-то мини-розыгрыш. В принципе, на этом все. Всем желаю хорошего дня. Всем удачи, пацаны. И всем пока-пока.